Кстати, эко-шуба может вполне вписаться в капсулу зимнего гардероба. Универсальный набор теплой и модной одежды будет выручать вас и дарить хорошее настроение. А как его собрать, расскажет стилист Кристина Пак. С ней пообщалась моя коллега Екатерина Федорова. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Капсульный зимний гардероб. Как собрать базу, чтобы можно между собой было вещи мешать, и чтобы всегда выглядеть разнообразно, тепло и красиво? Задача на самом деле не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь пару-тройку теплых вещей в гардеробе. Особенно это касается свитера, каких-то, да, возможно, кардиганов, жакетов, в которых есть в составе шерсть. Да, а остальное можно позаимствовать еще и из летних капсул. Да, ну давайте начнем с верхней одежды. Что сейчас в тренде? Я предлагаю всегда уйти от пуховиков, уйти от шуб, которые, мне кажется, уже всем надоели, и все-таки акцентировать свое внимание на подобную плану дубленки. Но это не натуральный мех. Вообще сейчас мех в моде или нет? Натуральный мех, мне кажется, он всегда будет в моде. Естественно, он будет цениться, но сейчас активно, да, вот это эко-тренды, поэтому, мне кажется, к ним стоит присмотреться. Это свежо, это не вредит, да, и это холодно ли это или нет? Нет, не всегда холодно. Вот такую, например, дубленку из эко-меха я всегда предлагаю миксовать со свитерами, да, в которых составе шерсть. Свитер, наверное, в зимнем гардеробе должен быть обязательно. Свитер должен быть обязательно. Я всегда предлагаю какую-то выбрать базовую модель, которая будет сочетаться именно с вашим гардеробом, для того, чтобы вы могли в любой степени его миксовать с вещами. Например, вот этот свитер достаточно базовый, он бежевый. Это актуальная современная база. Вы его можете миксовать достаточно легким, таким весенне-летним платьем, да, надев поверх, да, тем самым создав вот такой вот образ. Можно еще обыграть все поясом, ремнем широким, можно надеть грубые ботинки, можно надеть казаки, и тогда настроение образа будет меняться. Как эту проблему решить? Еще многослойностью? Многослойностью, да. Еще один вариант, это, конечно же, водолазки. Без водолазки невозможно вообще ни один зимний гардероб. Такую водолазку стоит иметь в гардеробе, а лучше их две, чтобы было. Да, мы с вами их носим и под жакеты, да, если какой-то у нас офис, но нет строгого дресс-кода. Мы можем смело надеть водолазку, надеть сверху платье, загнуть манжетами рукава. Это тоже будет очень стильный и тот самый вариант. Я бы еще рекомендовала обратить внимание все-таки на костюмы, в составе которых есть шерсть. Сейчас актуальные принты – это елочка, гусиная лапка. У нас есть вот такой костюм «Тройка». Да, который мы можем с вами носить в офис, вот в таком варианте, а с друзьями встретиться с шортами. Да, но мне интересно, есть какие-то трендовые цвета зимние? Хочется вот все-таки про это поговорить. Фуксия сейчас актуальна, особенно актуально сочетание фуксии и бежевого. Актуальна горчица вновь. Из принтов актуальны елочка, горох. Это то, что сейчас на пике. Сколько пар минимум обуви должно быть в зимнем гардеробе? Ну, я считаю, что как и в зимнем, как и в осеннем гардеробе должны быть грубые ботинки, должны быть казаки, должны быть сапоги, должны быть ботильоны и должны быть, например, оксфорды на плоском ходу. То есть 5 пар? Да. А если сократим до 2? 2 пары, самое вот... Ну, если мы говорим по тому, как сейчас актуально, кто что любит, каблук или нет, ну, наверняка это будет 1 пара на каблуке, это могут быть там сапоги, да, и на плоском ходу это могут быть как ботинки, так и казаки. Мы вроде бы все уже просмотрели, и у нас остается... Костюм. Костюм. Да, костюм не деловой, я его называю лаунж-костюм. Это тот костюм, который сейчас просто необходим современной девушке с этим бешеным ритмом, когда мы с вами нужно выглядеть и...
красиво, да, и чтобы нам было и удобно, а да. А куда можно в таком костюме отправиться? Я предлагаю в таком костюме отправиться в торговый центр за продуктами, не знаю, в путешествие, в самолетах. Это очень сейчас удобно, комфортно, да. Удобно, да. Его можно также разделить и носить отдельно худи, да, с джинсами, носить отдельно брюки там со свитерами. Это тоже будет очень здорово и тепло, что самое интересное. Большое спасибо, Кристина. Спасибо.